я проснулся. Да. Значит, после провальной миссии с батлшипом флоутеров мы будем захватывать новый батлшип. И придется учитывать новые параметры. Ладно, лень сюда мне загонять новых инженеров. В общем, параметр заключается в следующем. Придется распилить крышу батла и идти сразу в командирский отсек, потому что я не хочу средний разведчик. В принципе, это неплохо, мне это пригодится. Посмотрим, сколько у меня лерима. Чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда флотер начинает психовать и... Да, надо лерима. И начинает стрелять в собственном корабле, что просто немыслимо. В общем, надо, значит, взять их очень нежно и аккуратно. Так, чтобы ни одна крыса не заподозрила. То есть, реально выкрасть. И в бой меня пойдут, к сожалению, да. 27. Ладно, 27 потянет чутка, может быть, просто панику наводить. Но все равно это, конечно, крайне слабо. Так, первый псионик вышел у меня на 46 дней. Блин, и 3 дня. Ну окей, я думаю, один будет готов подлечиться. Проклятие. В общем, попытку мы повторяем. На базу я навряд ли пойду, потому что слишком много возни там. Слишком опасно для того, чтобы выкрыть одну тварь для допроса. Так, плазменные пойдут, тяжелые лазеры. Что они мне вообще здесь делают, можно узнать? Да, и я все это время думал на работе, чтобы не забыть купить долбанные шокеры. Так, это у меня все есть. Два метальных зода. Первый на выход, второй на выход. И еще надо усилитель одному псионику дать. Ладно, пусть тренируется, как и ты, и как и ты. Допустим, так. Раз, два, три, четыре, пять псиоников у меня, да? Еще шестой будет готов. Хорошо, заодно и практикуемся чуть-чутка. Окей, пусть это садится. Это чисто будет у нас зачистка для радиолериума. Ничего серьезного. Миссия атаки я уже могу не бояться. Ну, в смысле, ответного удара я могу не бояться, поскольку база у меня вооружены ПВО до зубов. А 50 иллириум, 50 единиц иллириума на дороге не валяются. Большой разведчик. А, ну это ладно, это надо, пусть будет. Садись уже давай. Европа отнет. Ну что по персонартику? Ладно, вернем. Я думаю, он где-то его найдут еще потом. Угу. Так, кормите рыб. Черри. Хэдшот. Мне показалось? Мне показалось, или это тарелка только что села на моей базе? Что у меня здесь вообще происходит, блин? Что-то здесь не так. Это паранойя. Или у меня паранойя просто уже. Но я четко видел красную точку. Вот она вылетела из Европы. И здесь она исчезла. Неужели мне все-таки кто-то проник? Или какая-то из моих баз
заключила договор. Еще инфильтрация, пожалуйста. Корабль терро. Ни хера себе. И какая, смотри, активность инфильтрации с Северной Америки пошла на Европу. Что у меня на этой базе происходит, бля? Я на измене, чуваки. Но не будем переживать, а будем сбивать. Так, мутон идет в мусор. Боевой корабль. Кстати, вот мы вот и собьем. Так, эти на песок. На берега Нормандии. Ладно, немножко южнее упал, но все равно. Какая странная херня у меня происходит здесь. Так, батл пока не торопится, я смотрю, да? Нет. Максимальная скорость. Так, давайте в воду. Это supply ship? Стоп, 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 стоп. Инфильтрация. Очень большой корабль снабжения. Почему корабль снабжения занимается инфильтрацией? Я не понял юмора. Но если учитывая, что появился большой разведчик, террорщип и батлшип в Европе, можно предположить, что они, мутоны, решили построить мне здесь базу. Хм. Это очень-очень тревожно. С херней, которая у меня происходит в американской базе, куда садятся тарелки, и здесь мутоны заселяются. Боевой корабль. Маленький, большой разведчик. Ну что, дать ему возможность сесть? Человека-змеи. Эта раса сформировалась в чрезвычайно враждебной среде. Они чрезвычайно крепки и могут выдерживать экстремальные колебания температуры. Их мобильность обеспечивается змееподобной ногой, которая защищает все жизненно важные органы. Похоже на то, что их целью является исключительно охота, и что они находятся под командованием другого разума, который руководит их военными налетами на Землю. Ну ты и бобер. С жопой на голове. Так, ну с этим батлом что-то надо делать. Он мне не нравится. Тем более это инфильтрация. Нет, я рисковать не буду. Пошли. И местечко тоже неплохое, чтобы его посадить. Так, первый, второй. Боюсь, я поторопился. У меня же шокеров нету. Ты шутишь? А, не, мне не надо 300 штук. 20 пойдет. Так, что еще? Что мне с солдатами? 27, 3 их не хватает. Так, пойдем их тоже на тренировки. И касательно моего секретного проекта на Антарктиде, что у нас здесь? 40-37. Да, этих ребят уже пора переводить давно. Они уже реально подтянулись. Превосходно. Эти люди обыкновенные пока еще являются подопытными кроликами в моих лабораториях. Но этих... мы перебрасываем.
превосходно. 2000, нифига себе. Ну хотя да, самолет особо вон там по Антарктиде не летает. Так, быстренько давай распишемся. Так, новые солдаты появились, отлично. Бластерное ПВО. Ну все, эту базу никто не займет уже никогда и никак. Практически у меня здесь стоит не 8, а 16 единиц обстрела. Сильно. Это нам дает силу в 9600. Мне это радует. Да, кстати, надо будет пополнить запас также. Ладно, ждем шокера. Если к этому времени батлщик... О, прекрасно. Да, и новые солдаты. Значит так. Как упоминались в предыдущих комментах, и да, боевой ёба, я в следующий раз буду ставить waypointы на бластерных бомбах этажом ниже. Ты абсолютно прав. А делал я дабл-клик на верхний только потому, что такой вот вариант уже описывался, чтобы срабатывал. Но не столь суть. Сейчас меня больше волнуют псионики. Экспериментально сделать вылет. То есть группа вся будет составлена из псиоников. Ладно, давай-ка сначала эту шестерку пошлем на пробный вылет. Эти пусть отдыхают. И также с ними полетит... обыкновенные. Вот и прекрасно. 12 на 6. Это самый оптимальный вариант, я считаю, для развертывания войск. 6 пси-усилителей, электрошоковая на все 18. Так, сенсорные гранаты нам не понадобятся. Дымовые тоже. Сканер движения нужен. Медкомплект обязательно. Все пси-усилители, тяжелая плазма, 14 штук, да, разумеется, все потащат. Бластерные две установки. Кому-то из солдат. Я думаю, наверное, даже есть смысл добавить, что ли. Ха. Хотя нет, три хватит за глаза на каждого. Граната пришельцев и ментальный зонт уже не нужен. Так, и как все это будет выглядеть? Первые два солдата тащат на себе. Шокеры не понадобится. Нет, давай-ка так лучше. Это все пойдет в рюкзак. Значит, я попробую также использовать ранее упомянутую тактику. На двух солдат, точнее будет группа из трех единиц, в которую входят два солдата и один псионик. Два солдата, значит, занимаются разведкой и обнаружением целей. Так, вот это хорошо, что я это заметил. А псионик, соответственно, наносит решающий удар. Так, это плохо, они довольно-таки слабовато, ребята. Ладно. Придется убрать. Время дороже. Окей, ты останешься с плазмой. Ты тоже. Все. Да, я бы немножко припух бы, если бы я с этой темы вылез бы на высадку, а скафандров не оказалось бы. Все, хорошо. Следующий батлшип мутонов.
Они хотели инфильтрировать Европу, но мы инфильтрируем их третий этаж с посредством захвата командира и вывоза его. Это миссия, моя инфильтрация. Так, подожди, подтвердим. Боевой, 137. Пошли. Горы. Так, это интересно. Какие мы агрессивные, ты посмотри. Не сломай мне машину, тварь. Так, окей, первый бросок. Стоп, что ты умеешь? 37. Ну, шанс, в принципе, есть. Один бросок может попробовать. Красота. Окей, так, тебе это больше не понадобится. Да, это интересно, приятное разнообразие. Что это был за звук? Рискованно, 99. 37. Так, прекрасно. Окей, вот у меня появилась первая разводка, точнее, хотя да, разводка тоже можно сказать. Первая разведка и магниты для горячей плазмы. А, это трава. Ай, молодцы, хорошо сделали. Класс, обожаю эту игру. Окей, вернись сюда. А, нет, для танка места не есть, есть, да. Так, спрячься пока здесь за горами. Угу. Еще один клиент обнаружился, оказывается. Хорошо. Так, давай-ка ты это крыло займи. Да. От греха подальше спрячемся. Так. Окей, следующее. Значит, бластерную бомбу вывозим подальше. Тебя туда же. В принципе, он должен пробежать и в основном сагриться на танк. Поэтому... Так, нет, первый не надо. Значит так, первый псионик, второй, третий, четвертый. Не понял юмора. Где твоя пушка? А. Допустим. Хорошо. Так. Ладно, подтянем немножко команду. А, еще один псионик. Давайте здесь на борту. Это шестой должен был.
Отлично. Все, пока он пусть является мишенью. Стоп. Не будем лезть на рожон. Где-то чувырло. Так, поймать меня сюда его не удастся, поэтому давай-ка мы на себя притянем. Заодно расколпаем крышу. Не, пока центр вычислить еще проблематично. В принципе, да, я думаю, можно попасть. Но это плохая идея, это будет центральная шахта лифта, если я припоминаю предыдущую планировку. Значит так, центральная шахта с четырьмя дверьми, здесь был командный отсек, грузовые отсеки, всевозможные припасы, сервисные модули какие-то. И где-то, кажется, здесь была дискотека и еще какие-то фигни. Ну вот главная точка здесь, командный пункт. Значит, надо лучше ударить в коридор. Нет, не в коридор. В самый край. Так, сейчас сделаем еще проверку с танком. Хотя не будем заниматься ерундой. Так. Не, рискованно немножко. Хотя ладно, что этот безоружный мутон не сделает. Давай лучше просто спрячем пару псиоников здесь, чтобы они торчали. Даже еще лучше. Так, хорошо, давай прикрой-ка ты меня, друг, своей грудью. Остальные будут паниковать. Убивал, как сидели бочки. И, видимо, у меня не получится теперь убивать каждого проходящего мимо мутона из-за риска, что это окажется командир. Хотя, я думаю, все-таки командир будет с бластер-ланчером. А они явно не умеют им пользоваться, в особенности непосредственно самой тарелки. Бычары, хулев. Так, отлично. Хорошо, значит, приблизительно где-то здесь. А где этот варяг? Убежал, хорошо. А ну-ка посмотри, если ты сможешь его увидеть. Есть, значит, окей. Одного псионика можно подогнать для захвата сюда, превосходно. Четко, солдат. Так, ну этого пошлем просто на смерть. О-о-о! Это уже интересно.
Если не ошибаюсь, одна добрая душа предупредила меня в трейде, что эти заразы очень больно плюются. Причем насквозь. Так, давайте, пацаны, вы пока попугайте чутка. Шороху. Ну, атака, в принципе, неплохая. Содрала ему приличное количество. Так, давай немножко его поставим, если кто-то выпьется. Ага. Окей, это наше. Хорошо. 33. Не успевает. Так, ну этот вообще в истерике. Отлично. Кстати, вот и на него... Джелатин, или как эта херня называется, сагрим. То есть она сагрится на мутонов, на солдат. Подберется поближе, и мы ее поймаем. Так, это козлище тоже надо кончать. А, тьфу, он ее уже кончил. Так, ладно, открываем эту консервную банку. Так, шла свечой вверх, развернулась. Два греха подальше лучше от мест, которые могут простреливаться. И этажом ниже. Превосходно. Так, я думаю, нам надо будет проконтролировать этот еще регион, про который практически ничего на данный момент не известно. Ну и свалка там. Так, это был опасный момент. Нет, не то, что я подумал, а то, что оттуда могла бы вылететь бы бластерная бомба. Эти двери по желательности надо держать закрытыми, чтобы оттуда всякая херня не вылетала. Красавец. Так, ну давайте. Все, держите линию обороны. Так, остальная группа выдвигается. Стоп, сначала давай проверим, если танком. Хотя здесь больше ничего особого нету. Так. А кого он здесь все? А, вот, есть один на втором этаже. Ладно, мне от этого легче не будет. Все, двигаемся. Значит так, первый шокерами пойдут. Так, это псионик, 44-й. В расход пойдут, а, точнее, ну, вот это грубо сказано, в расход. На передовой будут у нас самые слабые в плане психической защиты. То есть, они у меня в составе до сих пор только потому, что это прокачанные, нетренированные бойцы-ветераны. Окей, я думаю, 4 солдата.
четверых хватит, плюс два псионика. Так, 84, 80. Да, на попечение, наверное, оставим других его. Ты следи за мутонами, держи их под контролем. А ты полетишь. Так, еще 84-й. Страшно стало. Ну, бля... прямо плавит землю. Ого. Смотри, а тварь сидела в засаде и вылезла на самом интересном моменте. И причем прямо в бочину зашла. Ты шутишь. Так, это уже интересно. Ты хочешь сказать, что эта мерзость не попадается под мое влияние? Так, что у нас с танком? Хотя, с другой стороны, я хотел сначала просто посмотреть, что это за фигня. И как она лечится. А, так, слушай, у нас тут целая пещера. Тут вообще, мол, полдивизии может там сидит. Надо поосторожнее. Прикроем все-таки вот этот. Окей. А ну-ка, долбани. Вот даже так. Хорошо, хорошо. Это надо посерьезнее к ней отнестись. На данный момент не до научных взысканий. Так, а ну-ка придержи его. Все. Давайте, вы у нас останетесь. Мутоны у нас будут выступать. Они добровольно вызвались стать подопытными кроликами. Потом есть повыше, черт. Для изучения атаки этой желатиновой херни. Так, что у нас псионики свободны остались? 3-4. Хорошо. Так, вроде разобрались. Интересно, что... Хотя не, какие из них и движки уцелели, это пока затруднительно сказать. Так, давай посмотри танк. Хотя ладно, да, я лучше отойду, не буду провоцировать, потому что если оттуда еще бластерная бомба вылетит. Блин, что я сделал? Времени не оказалось. Ладно. Это все? Это рахль.
Давай, давай, иди к папочке. Смотри, не хочет атаковать. Ладно, не хочет, заставим. Так. Это интересно. Вроде все. А, еще один вот мне остался, блин. Ладно, эти твари особо не берутся. Придется убивать. Хорошо, ладно. Мутоны стоят на защите Родины. Да, надо было, конечно, со взрывчаткой напичкать сначала. Ну ладно. Хотел бы зачистить эту тарелку и ее корпус использовать себе как постройку для своего дома. Представляешь себе такую хату? Трехэтажная вилла, вообще пол был полностью практически непробиваемый. Да, вот это было бы, может было сделать. Здесь бы это стояли кухни, в которых бы бабы делали жратву. Там для таджиков уборщики или что-нибудь еще такого. На первом этаже в основном, ну, спальни, там гостиные, а на третьем огромная такая танцпола. Я как лидер проекта Эскома воспользуюсь своей властью и, видимо, эту тарелку оттарабаню себе не на металлолом, а на личное пользование организации. Псионик и стрелок. И здесь два псионика. Хорошо, пусть они держат до оборону. Что с этим рахлем делать? Да, значит, зашкирится на всякий случай здесь. Может, он согреется на них хотя бы. Так, надо псиоников двигать тогда. Кстати, у меня шикарное место в этой же самой печке тут есть, в пещерке. Так, ладно, это оставим для другого. Два брата-акробата. Так, отсюда здесь никто не выползет. Убивать я пока его не хочу. На всякий случай, чем черт не шутит. Убить мы всегда успеем. Уж в этом не сомневайся. Так, ты тоже давай на оборону будешь работать. Бинго. Два бластер лаунчера. Вот это я понимаю. Правильно припустить бластерную бомбу.
Точно свежий для снайперов. Все, теперь работают псионики. Единственное, меня еще волнует, чтобы этот зараза сейчас не догадался выйти и жахнуть как следует. Вот тогда. Но я проснусь на лекции обосравшимся. Ладно, давай на всякий случай вы тут двое оставайтесь. 11, 13, 15. Один. Ну, я знаю, если больше нет. Я думаю, в этом радиусе уже никто не выживет. Хотя, если, допустим, если поставить сюда солдата, да, и бомбу упрется в него, он все равно всех вырвет. Единственное, что я могу поставить на дверь, но это глупо. Ладно. Так, здесь надо аккуратно. Хорошо, пошли. Полностью оцепить коридоры. Так, 84, 89. 99 пошел. Солдат, твою мать. Окей, отойди. Так, следующий. Опять солдат. Я не верю своим глазам. Что они делают в командном отсеке, солдаты чертовы? Хорошо, ладно, оставайтесь с нами. Значит так, ты выпили-ка это в заство. Да, она может успеть добежать и пальнуть сюда. Кретин, блин. Все, держи оборону. Так, и хорошо, попробуй-ка. Зацепить этого урода, может быть он. Не успевает, проклятие. Ладно, убивать не будем, слишком рискованно. Сука! А! Сработал. Окей, пошли, 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 пошли. Так, давай, стоп, значит на реакшн становитесь. Если кто-то сунется, обстреляйтесь, похуй, меня не волнует. Так. Что с этим баран у нас? Не видит его, ты представляешь? Этот не успевает. Да, замечательно. Сомнительно, конечно, что это командир. С другой стороны. Черт, не хочу рисковать. Так, мне сюда еще надо тогда солдат. Я чувствую, это добром для меня не кончится. Да, и псевдоники тоже должны пойти. Слушай, они классно меня надурили. Подставились, когда? Собаки.
Так, вас пора кончать. Ладно, не страшно. Так, здесь ситуация у нас очень напряженная. Но боюсь, первая, наверное, скорее всего, сдохнет. И вполне возможно, что подвергнется атаке 99-й. Так что у нас еще остается уже коридор открыт, он может добежать еще толбанную спину. По крайней мере, два псионика у меня защищены здесь. Ты гонишь. Окей. Выдержал, молодец. Тварь, ну возьмите его, что такое? 80/33. Тебя в детстве обижали, что ли? Скотина. Навигатор. Ну что же, навигатор, ты пойдешь спать. А хотя он-то особо нам и не нужен. Навигацию-то мы, в принципе, уже изучили. Ладно, он у нас останется в разведке. Пока эти два мутона пусть будут здесь торчать. Так, следующее, что у нас здесь? Превосходно. Окей, успеет уйти. Так, это опасный момент. Солдаты пошли. Окей. Опять солдат. Что такое? Одном этажом ниже, да? Окей. Ладно, давай, ты у нас в разведку пойдешь тоже. Так, двое, да? Окей. Стоп. Ага. Ладно, 6 секунд. Лучше пусть они потратят свое время и ресурсы на эту бадью. Этих уродов надо кончать. Стоп, блин. Стой. Ты спрячься. Ты давай сюда посмотри. Хорошо. Так, ни лидера, ни командира нигде не видать. Интересно, почему? Так, ладно, танку здесь делать нечего пока. Так, ну я думаю, одного нам хватит. Ладно, хрен с тобой. Ладно, пока не будем высовываться.
Сначала зачистим третий этаж. Так, еще один. Ауч. А им-то похер. И то, что похер, тоже похер. Слушай, ну ты лапать, а я тебя не ожидал такого. Все, сиди, иди сиди в пещере или где-то спрячься, чтобы я тебя больше не видел. Нихера себе. Так, ну хорошо, по крайней мере, я знаю, что ему нужно как минимум 4 удара шокером, чтобы его оглушить. Это было вовремя. Это было вовремя, но для меня это новая информация. Отлично. Так, это один Рахуль. Твою мать. Это все? Ладно, пусть они сами перебивают их. А что если? Черт, нет, опасно слишком. Не очень хорошо. Блядь. Так, ну еще по-любому надо пытаться. Одного. Солдат. Да что такое? Целотида. Двоих на ровном месте, да, слишком много их тут. Окей, хорошо, значит, у нас еще остался здесь. Пятьдесят, 29. 31. Но отойти он все равно не успеет. Так тогда будем. 26. Херня полная. Двадцать семь. Но если он не попадет, его под, не возьмет под контроль, то не, окей, не будем рисковать. Кто еще остался солдатов? Хреновая ситуация.
Когда не надо, они с одного выстрела ломаются, блин. Хотя бы на какой-то, чтобы больше маневра было, а не только стрелять из одного угла. Силен, Вася, силен. Ладно, даже если я один раз в него попаду, то я думаю... Ладно, используем его как правильно, на проверочку возьму. Так, а ты-ка иди потеряйся здесь. Какая уютная ламповая пещерка. Класс. Нет, давай лучше здесь. Так, один засветился, хорошо. Так, кончай этого урода. И посмотри. Так, один, два. Блин, столько насобралось, теперь хер знает кто и кто. Опять солдат. Черт. Так, остальные ребята получаются без оружия, кроме этого сбоку. Солдат, еще один. Ладно, солдат. Ну что же, ладно, потихоньку будем собирать жатву. В худшем смысле этого слова. Так, кто еще желающий покататься на лифте есть? Давай же. Окей, группа расстрела ждет ваших указаний. Так, что с этим олигофреном делать? Оставить его в разведке, наверное. Да, ситуация у нас не пошла по плану. Совсем нет. Совсем нет. Ладно, придется адаптироваться и уже принимать решение по ситуации. Но при общей тематике планирования будем придерживаться. Значит, тогда переключаемся на полную зачистку тарелки и методичный поиск командира, если как такого есть. Но возможно предположить, что среди мутонов нету просто такого высокого ранга. Это возможно только сектоиды или небесные. Выйти можно даже. Хорошо.
красиво. Солдат. Неужели здесь все одни солдаты, а? Хорошее местечко. Все, там сиди, лузер. Так, я думаю, надо еще этаж будет держать под контролем. Хотя туда особо соваться никто не будет. Но все-таки лучше есть смысл перестраховаться. Так, что у нас здесь остается? Окей, псевники, пока. Оставайтесь в резерве. Да, маловато у меня людей, маловато. Давай на подмогу сюда, шустро. Хороший орешек, крепкий оказался. Ладно, танк. Не, все-таки уберем его на всякий случай. Пост он следит, но не обстреливает. Как-то так. Так, я не помню, где музыка. Неважно. Оказывается, закончилось. Я не понимаю, что целый час промучился с этой тарелкой и даже не заметил, как время подошло к концу. Ерунда какая-то. Ладно, наверное, продолжим это в другой серии. Или ты знаешь, я добью, дочищу эту тарелку, чтобы тебя дальше мучить, а в следующей серии уже расскажу про результат. Если нет, дай мне знать тогда.